فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu aleykum, rahmetullahi ve barakatuhu. Начинаем новую тему, и тема нашего сегодняшнего урока – «Ан-нафью», то есть отрицание. Аввалян, сперва, «нафьюль джумлатиль фи'лияти». Первое отрицание в глагольном предложении, например, «нафьюль фи'ли фи заманиль мади». То есть отрицание действия или глагола, которое произошло в прошедшем времени. И поэтому тема нашего сегодняшнего урока «ан-нафью», то есть отрицание. Слово «нафью» образован от глагола «нафа янфи». А «нафью» – это отрицание. И сперва, аввалян, разберем «нафьюль джумлатиль фи'лияти» – отрицание в глагольном предложении. Например, «халь сафарта иля макката» – «ты путешествовал в Мекку». Ответ на этот вопрос может быть в утвердительном контексте «аль-исбату» – то есть подтверждение, или в отрицательном «ан-нафью». Что касается утвердительного контекста, то ответ прост. Например, будет «наам», то есть «да». «Халь сафарта иля макката» – «ты путешествовал в Мекку». Ответ, например, на «аль-исбат», на подтверждение, говорим «наам», «да». «Сафарту иля макката» – «я путешествовал в Мекку». Ответ будет «наам», «да». «Сафарту иля макката» – «я путешествовал в Мекку». Каким же будет ответ в отрицательном контексте? По-русски мы говорим «нет, я не путешествовал в Мекку». По-арабски мы отвечаем следующим образом. «Ля нет ма сафарту иля макката». То есть сначала говорим «нет», потом «ма сафарту». «Я не путешествовал иля макката» в Мекку. То есть, если задаете вопрос «халь сафарта иля макката» – «ты путешествовал в Мекку». Если мы хотим подтвердить то, что мы путешествовали в Мекку, мы говорим «наам да». То есть, «аль-исбат» – это подтверждение. Говорим «наам да». «Сафарту иля макката» – «я путешествовал в Мекку». А если хотим, например, отрицать наше путешествие в Мекку, мы говорим «ля нет ма сафарту иля макката». «Нет, я не путешествовал в Мекку». Таким образом. «Халь сафарта иля макката». «Ля ма сафарту иля макката». «Нет, я не путешествовал в Мекку». Амсилатун ухра. Другие примеры. Например, халь дараста лугата аль-франсията. Задается вопрос. Халь дараста. Ты изучал лугата аль-франсията. Французский язык. Аль-иджабату биль-исбати. То есть ответ на этот вопрос с подтверждением. Наам да дарасту. Я изучал. А что касается «аль-иджабату бин-нафи» – ответ с отрицанием, то есть отрицая, говорим «ля нет», «ма дарасту» – «нет, я не изучал». И поэтому «халь дараста лугаталь франсията» – ответ либо «аль-иджабату биль-исбати» – ответ
с подтверждением будет наам да, дарасту я изучал, или аль-иджабату бин нафи, то есть наша тема это отрицание, бин нафи, ля ма дарасту, нет, я не изучал. Вот этот ма является частицей отрицания. Отрицается действие, которое произошло в прошедшем времени. И поэтому ма один из частиц отрицания. Отрицается глагол прошедшего времени. Ма дарасту. Я не изучал. Или ма сафарту. Я не путешествовал. Или, например, хал захабти иля хадикати хайвани. Задается вопрос, хал захабти иля хадикати хайвани, то есть ты ходила в зоопарк. Например, если мы хотим сказать да, будет у нас бил итбат с подтверждением наам да. Захабту, я ходила. А если хотим отрицать, говорим биннафи, то есть с отрицанием, ля ма захабту, нет, я не ходила. Вот частица отрицания, это наша сегодняшняя тема, частица отрицания, аннафи. Биннафи с отрицанием, ля ма захабту, нет, я не ходила. Или, например, хал шарибта асир аль-касаби. Задается вопрос. Хал шарибта, то есть ты пил асир аль-касаби, тростниковый сок. Бил исбати. Если мы хотим подтвердить то, что да, мы говорим наам да шарибту випил. А если хотим отрицать, например, биннафи с отрицанием или отрицая, говорим ля, нет, ма шарибту, я не выпил. Или, например, хал фаальтил ваджиба, хал фаальтил ваджиба, ты делала домашнее задание. Бил исбати, если хотим подтвердить, говорим наам да фаальту, я делала. А если хотим отрицать, отрицание это наша тема, биннафи с отрицанием, говорим ля, нет, ма фаальту, нет, я не делала. Или, например, хал тазаваджта, а ты женился, бил исбати с подтверждением наам да тазаваджту, я женился. Биннафи с отрицанием ля, нет, ма тазаваджту, я не женился. Или, например, хал фахимти дарса, а ты поняла урок. Бил исбати с подтверждением наам да фахимту, я поняла. Или, например, биннафи с отрицанием ля ма фахимту, нет, я не поняла. Ма является частицей, отрицающей глагол прошедшего времени. То есть ма отрицает действие, которое произошло в прошлом, в прошедшем времени. Используется для отрицания в фи'люль-мади, в глаголе прошедшего времени. Например, если на вопрос «Хал акальта» задается вопрос «Хал акальта», то есть «Ты поел?» Ты ответил «Ля нет, ля акальту». Таким образом, это будет грамматической ошибкой. Почему? Потому что ты использовал «ля» для отрицания «аль-фи'лю-л-мади» – глагол или действие, которое произошло в прошедшем времени. То есть глагол прошедшего времени. Тогда как для
Этого нужно использовать мах. Например, ля нет маакальту. Нет, я не ел. Галь акальта ты ел? Ля нет. Потом говорим маакальту. Маакальту. Я не ел. Ни в коем случае нельзя сказать таким образом. Например, ля ля акальту. Ля ля акальту. Таким образом нельзя сказать, так как глагол акальту является глаголом прошедшего времени. Чтобы отрицать глагол прошедшего времени, мы используем частицу ма. Говорим ма акальту. Я не ел. Здесь остановимся. Субханака ва бихамдика. Ашхаду ан ла илаха анта астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.